10 ноября правоохранители России отметят свой профессиональный праздник – День сотрудников органов внутренних дел. В преддверии праздника в актовом зале УМВД России по городу Керчи прошло торжественное мероприятие. Поздравить правоохранителей пришли представители городской администрации и силовых структур города. Торжественное собрание открыл начальник полиции по городу Керчи полковник Николай Ткаченко. Есть профессии, которые выбирают по зову сердца, по жизненной позиции и по призванию. Именно такой является полицейская служба, требующая высочайшей ответственности, мужества, полной самоотдачи, верности долгу и присяге. Наша служба является одной из самых ответственных и необходимых. Полиция – самая близкая к народу правоохранительная структура. Именно поэтому основным критерием оценки нашей деятельности сегодня является доверие граждан. Молодые сотрудники ОВД получили напутствие в дальнейшей службе от представителя Совета ветеранов УМВД Галины Горогули, а также ее заместителя МВД Сергея Хорошко. Наше дело теперь уже их направлять, поддерживать, быть рядом с ними как наставники, как передавать опыт. Их задача сейчас не уронить честь, а поднимать ее выше, выше и выше. В этот торжественный день также вспомнили о тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников. За образцовое выполнение служебного долга, высокие профессиональные качества и личный вклад в правопорядок на территории города были отмечены сотрудники керченской полиции, которые достигли наилучших результатов в служебной деятельности. Служится очень хорошо. Российская Федерация обеспечивает своих сотрудников прекрасным обмундированием, амуницией и также социальной защитой. Сложно, конечно. Большинство своего времени проводим я и мои коллеги на работе. Однако знаем, что все мы это делаем ради правого дела. Майору Роману Чередниченко, заместителю начальника керченской полиции, присвоено очередное звание – подполковника полиции. Лучшей оценкой деятельности нашей, конечно, это будет мнение наших граждан. Спасибо вам большое, граждане, за ваши звонки, за ваши сообщения. Мы всегда будем стараться быстро отреагировать на все, принять правильные решения и чтобы, как говорится, вы были довольны. Мы их искренне ценим, ваши звонки и ваши пожелания. Спасибо вам большое.